Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Вот сзади нас знаменитая гора Ухуд. И мы находимся у подножия горы Ухуд, в которой произошло сражение между посланником Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками с неверными курайшитами. К сожалению, в этом сражении мусульмане потерпели поражение из-за того, что они ослушались пророка, алейхи саляту ва салям. Вот слева от нас находится место, где пророк, алейхи саляту ва салям, уставал мучеников. Но они ослушались пророка, алейхи саляту ва салям, оставили свои позиции, и так получилось, что мусульмане потерпели поражение. Про гору Ухуд посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, говорил: «Джабалу Ухудин юхиббуна ва нухиббуху, ва хуа мин джибали ль-джанна». Гора Ухуд, она любит нас, и мы ее любим. И она является из гор рая. Также пророк, алейхиссаляту вассалям, когда находился на горе Ухуд, она начала трястись. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Перестань трястись, поистине на тебе пророк, Сиддик, то есть Абу Бакр, и два шахида, Умар и Усман, раду Аллаху анхума». Поэтому, дорогие братья и сестры, также здесь находится кладбище, на котором похоронены 70 шахидов, которые принимали смерть шахидов в этом сражении. Желательно прийти сюда, попросить у Всевышнего Аллаха за них прощения, сделать дуа, поприветствовать их. Говорят, что наше приветствие, они отвечают. Пусть Аллаху Тааля нам поможет прийти в эту святыню, и пусть Аллаху Тааля примет нас зиара.